Welcome to the webinar. You have entered as an organizer and we now speak to any other organizers or panelists on the line. When you are ready to begin the presentation, press the Start Broadcast button on the GoToWebinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. Кто я? Я преподаватель учебного центра «Специалист», практически разрабатываю и веду все курсы в той или иной степени, связанные с направлением Helpdesk. Это курсы поиска неисправности, то есть восстановления работоспособности, это техническое обслуживание и ремонт. Это обслуживание как серверных платформ персональной вычислительной техники, так и рабочих станций, плюс мобильные платформы. Курсы связаны с восстановлением утраченных данных, то есть, собственно, непосредственно тема, связанная с темой нашего сегодняшнего семинара, поскольку данные хранятся основной носитель, то есть накопитель. Это жесткий диск. Курсы связаны с основами сетевых технологий. То есть я, Губер Алексей Федорович, не потому, что вот эту информацию в таком количестве даю, чтобы как-то, по крайней мере, показать свою какую-то значимость. Нет, коллеги, просто говорю о том, что этим направлением я живу всю жизнь. Я этим работаю. А значит, то, о чем я с вами сегодня буду говорить и чего вам буду рассказывать, в рамках этого семинара очень коротенько, много сразу предупреждаю, однозначно не скажу, но это, по крайней мере, все, что я делаю всегда и то, что я делаю своими руками. То есть, вот так. Ну что, коллеги, давайте начнем. Основная тема нашего семинара – это диагностика жесткого диска, то есть правила, ну и так далее. Прежде чем мы начнем эту тему с вами разбирать, я вынужден и хотел бы задать вопрос, который… С первой стороны, то есть с первого взгляда, может показаться очень далеким от нашего сегодняшнего семинара. Вопрос следующий. Что вы считаете самым ценным внутри вашего ПК? Самое ценное. Информация. Абсолютно правильный ответ. То есть если считать, что самое ценное – это мощный процессор дорогой, графический контроллер и так далее. Ну, извините, коллеги, согласитесь, выходит устройство из строя. Что мы? Ну, конечно, горюем, выполняем диагностику, определяем факт неисправности. Естественно, плачем, потеряли деньги. Далее идем в магазин, покупаем совместимое устройство, подключаем, и все прекрасно работает. А вот то, чего мы никогда не восполним после потери, после выхода из строя, и никогда не купим в магазине, это наши личные персональные данные. А значит, самое ценное в структуре компьютера, как и любой вычислительной системы, это данные. Где обычно хранятся данные? Есть такая категория устройств, есть обязательно в структуре любого компьютера, это основной накопитель, правильно? Что такое накопитель? Это устройство долговременного хранения данных. Прежде чем мы поподробнее об этом поговорим, я бы хотел буквально несколько слов рассказать вам о том, а какие типы накопителей бывают. Ну, условно говоря, накопители, разновидности. По способу организации своей работы мы с вами можем фактически их разделить на следующие группы. Есть традиционные классические накопители, которые называются магнитные. Магнитные. Это то, что мы с вами будем называть HDD, что означает Hard Disk Drive, то есть устройство на жестких магнитных дисках. То есть аббревиатура практически всем знакома. А вот ответьте мне на вопрос, а кто-нибудь из вас, присутствующих здесь сейчас и слышащих меня, о такой категории магнитных накопителей слышал AFD? Нет? Ну, хорошо. Значит, уже что-то есть новенькое для вас. AFD, аббревиатура Advanced Format 2, Drive. Это, ну, не так часто может быть встречаемая модификация магнитных накопителей, которая отличается от обычного магнитного классического накопителя некоторым набором характеристик. В частности, размером данных, которые помещаются в сектор. То есть, если в обычном накопителе сектор вмещает ровно 512 байт данных, то AFD-накопитель вмещает 4 килобайта. Внешне он ничем не будет отличаться. Способы подключения точно такие же. И его функции точно такие же. Это хранение, долговременное хранение данных. А в чем может быть особенность при выборе и работе с этим устройством? Ну, согласитесь, коллеги, работает с накопителем, то есть работает с оборудованием, программное обеспечение BIOS. Слышали о таком? Так вот, с точки зрения уже классификации этого программного обеспечения есть старая версия, то есть есть материнские платы, работающие под управлением обычного BIOS, а есть и новое оборудование, работающее под управлением уже новой версии, а UEFI BIOS. Слышали? Ну так вот, AFD-накопитель может оказаться не полностью совместим или даже полностью несовместим со старым программным обеспечением. На всякий случай помните, коллеги, об этой особенности. Но сейчас вопрос
не в этом. Вопрос в том, что из себя представляет магнитный накопитель и как он работает. В двух словах. Могу даже на слайдике показать. Формально состоит устройство из двух основных компонентов. Плата электроники, плата логики, это называется контроллер, задача управления. Где контроллер? Вот если на этот слайдик посмотреть, вот со стороны гребенки этих разъемов, ну то есть перевернуть. Держали в руках хоть раз. Вот обычная зелененькая платочка, может быть микросхемками наружу, может быть микросхемками внутри, вот это и есть непосредственно контроллер. То есть это набор системной логики, задача управления устройством, то есть управлять устройством, называется контроллер. Плюс второй компонент, вот эта коробка, здесь она нарисована у меня со снятой крышкой, это так называемый гермоблок. Почему гермо? Потому что есть жесткие ограничения на размер частичек пыли воздуха, который может туда проникать. То есть в принципе он не совсем герметичный, там есть клапаны, которые пропускают воздух, но они с фильтрами. Дело в том, что в принципе работы этого накопителя вложен следующий принцип, такого накопителя. Магнитные головки, мы их видим вот в виде вот такого коромысла. Сами головки, они на конце монтируются. Во время работы ни при каких обстоятельствах поверхности вот этих дисков с магнитным материалом касаться не должны. За счет чего эти магнитные головки от поверхности отрываются? Аэродинамика. То есть в большинстве моделей внутри гермоблока воздух, очень чистый воздух. Принцип работы следующий. Включаем питание, когда контроллер дает команду. Вот эта часть, называемая шпиндельный механизм, представляет из себя несколько пластин с магнитным материалом. То есть поверхность обработана, нанесен магнитный материал. Под этим крышечкой противовесов шпиндельный двигатель. Задача вращать. То есть он начинает вращение. Кстати, вращение шпинделя. Одна из самых главных характеристик, от которых в первую очередь именно от нее зависит реальные скоростные характеристики этого накопителя. Чаще всего у модели с форм-фактором, ну то есть форм-фактор это, ну скажем так, стандарт, обеспечивающий совместимость. Для накопителей есть форм-фактор 3,5 дюйма, когда-то был 5 дюймов, 5,25. Сейчас есть еще ноутбучный формат 2,5 дюйма. Чаще всего в обычные компьютеры мы, естественно, используем 3,5 дюйма, обычный, классический. Кстати, форм-фактор это размер вот этих дисков дюймов, 3,5 дюйма. Так вот, когда включается питание, шпиндель начинает вращаться. За счет этого создается давление. И за счет аэродинамических свойств, каждая магнитная головка, их там может быть физически несколько, отрывается и парит над поверхностью. То есть она не имеет права касаться. Каков зазор, то есть на какой высоте парит? Как правило, этот зазор не превышает 1 микрона. Согласитесь, попадание внутрь гермоблока, частичек пыли, размеры которых соизмеримы с соответствующим размером, может привести и, как правило, приводит к чему? Попадание такой частички в зазор, микронный зазор между магнитной головкой и поверхностью неизбежно приведет к деформации, то есть к корябанию поверхности, царапине. А поскольку будет поврежден магнитный материал, а именно там записаны, то есть сохранятся данные, это чревато потерей данных. Ну то есть именно поэтому называется гермоблок, что туда части пыли не проникает. Именно поэтому, если речь идет о профессиональном ремонте, а профессиональный ремонт может подразумевать и ремонт механики, не забывайте, коллеги, об одном, что разбор гермоблока в обычных условиях, если речь идет о профессиональном, не производится. То есть, если есть некая сервисная служба, которая профессиональные услуги оказывает, есть специальное помещение, называется это помещение гермозона, куда воздух подается не с улицы, он фильтруется, куда персонал входит не в обычной одежде, а в специальной одежде, которая не приводит к появлению пыли. Но это так. Так вот, возвращаясь к скорости вращения, у большинства моделей форм-фактора 3,5 дюйма, скорость вращения шпинделя, коллеги, помним, какая? 7200 оборотов. Ну, это чаще всего встречаемый результат. Коллеги, принцип работы следующий. Еще раз, у подобного устройства. Шпиндель вращается, магнитные головки имеют свой привод. Вот этот двигатель использует силу постоянных магнитов, то есть здесь очень мощный магнит на основе неодимого сплава. Так вот, магнитные головки перемещаются, шпиндель вращается. При прохождении участка магнитного материала со свободным, ну, с свободного, через обмотки магнитной головки пропускается электрический ток, и магнитный материал под головкой что делает? Намагничивается. То есть принцип записи понятен. Ну, а принцип считывания – это эффект, ну, можно сказать, упростив ситуацию, это не совсем так, у современных дисков резитивный принцип, но упрощаем ситуацию, принцип магнитной индукции. Ну, то есть, помните, может быть, кто-то до появления плееров, MP3, флеш, компакт-дисков, как и я в своей молодости, и, возможно, кто-то из ваших родителей записывали музыку.
Магнитофоны, помните? Знаете, как они устроены? Куда записывалась музыка? Лента с магнитным материалом, магнитная головка. Лента протягивалась с помощью лентопротяжного механизма, через головку пропускался ток и также осуществлялась запись. Вот очень похожий принцип. Только ленты нет, есть жесткие пластины, отсюда накопитель на жестких магнитных дисках. Именно поэтому накопитель называется магнитным. Общие правила работы понятны? Возвращаемся к категориям. Твердотельные. Твердотельные. SSD. Знакомая категория. Кстати, SSD это Solid State Drive. Принципы его работы. Используется механизм энергонезависимой памяти. Есть память, категория флэш, флэш-ROM. Это так называемая энергонезависимая память. С помощью электричества записываются данные, с помощью электричества читаются. А следовательно, никакой механики нет, никакого шпинделя нет, никакого блока магнитных головок нет. Запись и считывание осуществляется в микросхеме. То есть это полностью электронное устройство. Собственно, коллеги, неплохо было бы, наверное, уточнить, а есть ли принципиальная разница, какое устройство из этих двух устройств использовать в качестве основного накопителя? Вот с вашей точки зрения. Участвуйте в беседе. Где более надежный будет? Ну, вопрос надежности актуален. Ради этого мы и собрались, чтобы разъяснить и расставить точки над «и». Ну, вот смотрите, коллеги. В чем есть сильные и слабые стороны магнитного накопителя? Коллеги, когда изобрели подобный накопитель? Еще в прошлом столетии. А значит, технологии уже давно известны, отлажены, отточены. То есть все хорошо, все нормально. Но есть и слабая сторона у этого накопителя. Самой слабой стороной у этого накопителя является, ну, с моей точки зрения, ненадежность, а очень низкие скоростные характеристики, крайне ограниченные. Ну, смотрите, коллеги, вот те данные, которые я вам по скорости шпинделя давал и говорил, что основная скоростная характеристика диска в первую очередь связана со скоростью вращения вот этих дисков, шпинделя. Вот для скорости шпинделя вращения 7200 мы в среднем можем получить в зависимости от модели накопителя в операциях чтения, а в записи еще медленнее, это более медленный процесс. Мы в среднем получаем где-то в диапазоне от 100 до 160, коллеги, а теперь единицы измерения, мегабайты. За секунду. Мегабайт. Как вы думаете, много? Смотря с чем сравнивать, правильно? Ну, смотрите, внутри вашего ПК есть основная память, оперативная память. То есть это непосредственно рабочая память персонального компьютера. Во время активного сеанса работы в этой памяти все программки, с которыми работает процессор, правильно? Ну, то есть тоже, можно сказать, хранилище данных, но только временное, правильно? Могу вам дать по оперативке, в зависимости от типа и от модели, там производительность может достигать десятков гигабайт за секунду в тех же самых операциях чтения. Гигабайт за секунду. Здесь речь идет о мегабайтах. Поэтому я обычно у себя на занятиях, на курсе, иногда, чтобы поддержать и их немножечко заинтересовать слушателей, задаю вопрос. Кто доволен быстродействием своего домашнего ПК? Очень редко кто-то поднимает руки. 1-2 человека в группе. Тогда я переадресую вопрос тем, кто руки не поднял, значит, недовольны быстродействием. Объясните мне, пожалуйста, словами, что у вас компьютер делает правильно. И мне тут же начинается. Очень долго загружается операционная система, очень долго стартует приложение. А если что-то там изменить в настройках операционной системы, очень долго что-то там происходит и так далее. Коллеги, если мы для того, чтобы решить проблему вот с этой медлительностью, попробуем изменить, ну то есть выполнить апгрейд процессора, графического адаптера или оперативки на более быстрое, мы заметно ускорим работу системы в этих операциях? Нет. Потому что во всех этих операциях главным тормозом был жесткий диск. Что есть загрузка операционной системы? Считывание данных жесткого диска, где они хранятся в выключенном состоянии, и копирование их в оперативную память. Согласны? Разницу скорости я вам показал. Там десятки гигабайт, здесь мегабайт. То есть слабое звено во время загрузки именно вот подобный накопитель. Что означает долго загружается приложение? После двойного щелчка, когда вы запускаете любую программку в операционной системе, что происходит? Считывание данных жесткого диска и загрузка в оперативную память. Два компонента работают, то слабое звено. Жесткий, да? Не надо далеко за примерами ходить. Во время работы операционной системы, в случае недостатка оперативной памяти, а впрочем и в случае достатка, создает так называемый файл подкачки. Это файл на жестком диске. Жесткий диск, быстрое устройство. Ну, теперь ответьте, почему задумываются периодически операционные системы?
А следовательно, во всех случаях этих, когда пользователь недоволен, не надо менять процессор. Большинство пользователей не используют ресурсоемкие программки, а даже среднестатистических, средних по взаимодействию процессоров, оперативки, графики достаточно. То есть достаточно поменять дисковое устройство, то есть основной накопитель на более быстрый, и претензии к быстродействию снимаются. Так вот, в чем преимущество твердотельного? Скорость. В тех же самых операциях чтения. Ну, а если быть точнее, то там тоже не все однозначно. Дело в том, что разные типы SSD-накопителя могут использовать разные типы флеш-памяти. SLC, TLC, MLC. Не тема нашего курса. Я, к сожалению, как бы не хотел в эти 40 минут, там 30-40 минут продолжительности, не могу обо всем рассказать. То есть реальная производительность зависит в первую очередь от типа микросхем. Самый быстрый из того, что я произнес, это MLC. Какова может быть скорость в операциях чтения накопителя, построенного на MLC памяти? Она может достигать нескольких гигабайт за секунду. Правда, стоить он будет целое состояние. А если берем недорогой сегмент, ну где-то в районе 500-600 мегабайт за секунду. Давайте ориентироваться на это состояние. Ну, допустим, пусть это будет 500-600 мегабайт за секунду. Сравниваем с быстродействием магнитного и отвечаем на вопросы. Если вы недовольны вот теми вещами в действиях компьютера, долгогрузящая система, приложение и все остальное, то для того, чтобы сделать так, чтобы общение с вашим компьютером не вызывало вот этого недовольства, вам достаточно произвести замену основного накопителя. С магнитного перейти на твердотельный, как результат все проблемы быстродействия, озвученные мной, снимаются. Если недостатки у твердотельного есть, основной недостаток – достаточно высокая стоимость по отношению к магнитному диску и относительно маленькая емкость. Ну, то есть, в принципе, если его использовать как основной размером в терабайт, это действительно будет очень дорого. Как выйти из положения? С ноутбуками это будет отдельный разговор, а если вы используете обычный корпус обычного персонального компьютера, внутрь корпуса второй накопитель ставится – запросто, место есть – запросто, к материнке цепляется – запросто. То есть никто не заставляет отказываться от магнитного накопителя. Можно его использовать, но использовать его не как хранилище операционки, а хранение личных данных для хранения. А значит, выход из положения. Идем в магазин, покупаем относительно небольшой SSD. Какой относительно небольшой? Ровно столько, сколько нужно места для вашей операционки и ваших приложений. В среднем это от 120, ну, 240 гигабайт. Сколько стоит? 5-6 тысяч, 7 тысяч. Далее подключаем к материнской плате, а далее берем программное обеспечение типа Paragon Hard Disk Manager и с помощью него выполняем миграцию операционной системы, то есть переносим ее с магнитного на твердотельный. Можно заново установить, но это дольше. Миграция сохраняет активацию, значит вам придется заново активировать, вы не потеряете лицензию. И если до того, как выполнили это действие, у вас операционная система загружалась, ну, в среднем, скажем так, минуту, две минуты, то после переноса это буквально секунды, десятки секунд. Выход из положения очевиден. То есть магнитный накопитель оставляем для хранения данных, а операционка на твердотельный. Меня могут еще упрекнуть и сказать, что надежность твердотельного диска оставляет желать лучше. Коллеги, если в принципе не имею сейчас возможности провести аргументацию, то есть я обычно показываю на том же Яндекс.Маркете, открываю спецификацию, страничку. Если посмотреть на характеристики твердотельного накопителя, обратите внимание, среди параметров на том же маркете есть параметр, который называется количество часов наработки на отказ. Ну, то есть сколько времени он заявлен от производителя при средней статистической загрузке должен выжить. Так вот, циферки даже в дешевом случае будут как минимум 1,5 миллиона часов. Оцените, 1,5 миллиона часов. Теперь вопрос. Магнитный диск, имеющий механику. Механика – это самое слабое звено. Ресурс ограничен. Каков там ресурс? Как правило, где-то 500-600 тысяч часов. 1,5 миллиона против 500-600 тысяч. А значит, все контраргументы по поводу того, что твердотельный накопитель является, ну, скажем так, не таким надежным, не принимаю. Правда, одно условие. Если магнитный накопитель производят достаточно известные производители с хорошей репутацией при соблюдении всех технологических процессов. Твердотельный накопитель – это пайка микросхем. Извините, вы можете попасть на подвальное производство. Вот те 1,5 миллиона часов и выше только для качественного производителя. Я оговариваюсь. Ну, то есть, условие следующее. При покупке твердотельного накопителя избегайте покупки дешевых, непроверенных, недорогих производителей. Это тоже будет мой совет.
Коллеги, с двумя технологиями познакомились? Познакомились. Ну а теперь давайте вернемся. Большинство пользователей по-прежнему используют накопитель какого типа? Магнитный. Еще раз, каким образом он устроен? Контроллер, гермоблок. Внутри гермоблока шпиндельный механизм. Основная характеристика – это скорость вращения в оборотах. Именно от этой характеристики зависит, в первую очередь, быстродействие. И второй компонент – это привод магнитных головок. То есть с помощью двигателя на постоянных магнитах. Каким образом производится организация работы или сохранение данных? Что есть форматирование? Коллеги, слышали? Вот что такое форматирование с точки зрения операционной системы? Это создание файловой системы. Ну, то есть, если опять же сказать, спросить, что такое файловая система, это некий набор правил, который используется операционной системой для организации и хранения на носителе. Ну, то есть, примерно то же самое, что в мире людей – это язык общения. Это определенные правила, у каждого слова есть значение. Когда мы формируем предложение, мы слова в предложении не в произвольном порядке, а согласно правилам. Вот у операционной системы, когда она работает с накопителем, с логическим накопителем, тоже есть определенные правила. Но данные не в произвольном порядке записывают, а согласно определенным правилам, которые называются файловостью. Так вот, расширяем тему по форматированию. Вообще-то, если погуглить, можно встретить такое понятие, как высокоуровневое форматирование, то есть high-level формат, и низкоуровневое форматирование, то есть low-level формат. В последнее время о низкоуровневом форматировании практически никто не говорит. Ну, в принципе, и разумно, потому что мы этого технологического процесса никогда не касаемся. Что такое низкоуровневое форматирование? Ну, я бы не сказал, что эта сейчас операция именно так называется, но на самом деле это максимально приближено к смыслу. На заводе изготовителя на поверхности создаются сектора, то есть происходит разметка. Что такое сектор? Это минимальный перезаписываемый блок накопителя. Перезаписываемый, это значит, данные будут на уровне контроллера записываться в сектора. Для идентификации у каждого сектора есть свой уникальный номер. Существуют разные методы адресации секторов. Неважно, что они разные. В настоящий момент современное программное обеспечение, работая с секторами, поддерживает только один метод адресации секторов. Адресация логическая, LBA, Logical Block Addressing, логическая адресация блока. Вот с этой точки зрения все сектора на жестком диске выстроились в одну линейку. То есть это просто порядковая нумерация секторов. То есть жесткий диск, начинается сектор с адресом LBA 0, за ним идет LBA 1, за ним LBA 2 и так далее. И каждый сектор может вмещать, в зависимости от модели накопителя, я уже об этом упоминал, или 512 байт, или 4 килобайта. Говорил я это. Ну, конкретный пример. Мы сохраняем маленький файлик, размер 2 байта. Какой объем диска будет занят хранением файла? Один сектор, правильно? Я немножко упрощаю ситуацию, потому что я не учитываю файловую систему. Если учитывать файловую систему, надо сюда еще ввести понятие кластера. Не успеем, коллеги. Я упрощаю ситуацию. То есть, если даже файл имеет меньше размер, чем сектор, все равно сектор полностью будет занят. То есть, контроллер будет считать, что он занят. То есть, сектор – это неделимый кусок. То есть, записали, даже кусочек свободен, все равно не достает. Ну так вот, коллеги, вот эта вся разметка на уровне создания секторов, вот этой физической структуры, выполняется на заводе изготовителя. То есть, собственно, этот семинар я скрывать не буду, он как рекламный семинар для курса, который стартует в следующем месяце, называется этот курс для устройства хранения данных, то есть раньше назывался диагностика и ремонт жестких дисков, восстановление данных, сейчас устройство хранения данных, восстановление данных. То есть программка будет изменена, она полностью поменялась. Будете рады, если записаться и придете. Я, естественно, буду рад. Я вас буду поздравлять, вы будете по обновленной программе учиться. Совершенно новый курс, с учетом новых технологий, новых требований и так далее. Ну так вот, коллеги, вот в этом курсе мы будем с вами проходить, что такое bad block, ну то есть дефектный сектор. То есть причины бывают разные. Бывает программный дефект, когда физического нарушения материала нет, а есть какая-то логическая ошибка, и ввиду этой ошибки сектор становится недоступным на диске. Есть аппаратный дефект, когда есть физическое нарушение, и, естественно, сектор тоже недоступен. Так вот, коллеги, говоря о диагностике жесткого диска, достаточно много проблем, которые бывают, и неисправности бывают, они бывают связаны именно с недоступностью каких-то секторов. В зависимости от того, что является причиной недоступности сектора, это или логический, или физический дефект, мы по-разному совершенно выполняем восстановление накопителя. Все по порядочку.
Предыстория вопроса следующая. Ну вот, собственно, что есть сектор на этом слайдике? Сектор физически – это часть дорожки. Ну, здесь упрощенная схема. Собственно, коллеги, по диагностике диска. К чему приводит появление бэдблоков на диске? Ну, самое распространенное, наверное, ну, это однозначно, это потеря каких-то данных, правильно? То есть, если в сектор был записан кусочек файла, и сектор перестал быть доступным, фактически вы этот файл потеряли, правильно? Печально. Ну, то есть, если этот файл личные данные, смирились, потеряли личные данные, правильно? А если это системный модуль операционной системы, это приведет, как правило, за собой так называемый синий экран смерти. Знакомая ситуация, когда операционка в неприходящий момент вываливается в синий экран смерти. Одна из причин – поврежденные блоки. А значит, если вы попадаете в эту неприятную ситуацию, ну, то есть нестабильная работа операционки, надо уметь накопитель диагностировать. Ну, то есть, чтобы определить. А в случае необходимости, опять же, надо уметь его восстанавливать. Вот буквально несколько слов об этом. Диагностика накопителя, как правило, может быть как аппаратной, так и программной. В этом курсе, точнее в этом семинаре, я затронуть аппаратные методы диагностики не смогу, это милости просим на курс. Для справки. Для аппаратной диагностики диска используется специальное оборудование. Оборудование серийно выпускается. Это программно-аппаратный комплекс PC3000. Возможности колоссальны. Программная диагностика осуществляется программками. Программ для диагностики накопителя существует очень-очень много. Ну, могу посоветовать, скажем так, я считаю, одной из самых лучших программ, эта программа называется Victoria. Что, опять же, из положительного. Разработчик практически наш, можно сказать, согражданин. Да? Если быть точнее, это, собственно, разработчик из Беларуси. Еще одно положительное – бесплатное программное обеспечение. То есть легально можно использовать в личных целях бесплатно. То есть не надо покупать. Виктория, ну, собственно, если будет желание, можете зайти на сайт разработчика. Это hdd-911.com. Ну, то есть вот такой ресурс. hdd-911.com. То есть, собственно, можно скачать там Викторию. Виктория существует в двух видах. Виктория, работающая с командой строки, и Виктория, работающая как приложение с подвижностью. Вот на курсе мы в первую очередь будем ориентироваться на командную строку. Почему, я уже там проаргументирую. Здесь же я подготовил слайдики, что из себя представляет возможности Виктории для, собственно, Windows. Но общий вид интерфейса вот такой. То есть из прелестей. Эта программка не требует установки. То есть это XV-шник запускаемый файл. То есть можно с флешки запустить в любой операционной системе. Строка меню. Стандарт, Smart, Test, Advanced, Setup. Вот сейчас на этом слайдике отображаются паспортные характеристики диска. Один из тестов, первый тест, практически первый тест, когда приступаете к диагностике накопителя, надо проверить, а читается ли паспорт жесткого диска. То есть в худшем случае, когда есть действительно критическая неисправность, паспорт может не читаться. К чему это приведет? Если паспорт у накопителя не читается, значит материнка при подключении его тоже видеть уже не будет. Значит, пока вы не добьетесь его видимости, восстановить свои данные с него вы не сможете. То есть чтение паспорта – это первое, что обычно делается по диагностике. А значит, если паспорт читается, уже все. Ну, скажем так, уже надо радоваться. Немножечко, но надо радоваться. Собственно, возможности Виктории по части диагностики. По части диагностики мы можем использовать основные тесты. Тест, допустим, линейного сканирования. Что такое линейное сканирование? Это чтение последовательно всех секторов и как результат отчет. Отчет можно выводить в виде блоков или отчет можно выводить в виде диаграммки. Ну, если мы выводим отчет в виде диаграммки, мы видим, в каких местах жесткого диска идет провал по скорости. Чем вызывается провал по скорости? Больше задержки к этим секторам. А что означает больше задержка? Это значит, вполне возможно, сектор с первого раза не прочитался. Или для чтения сектора слишком большая пауза. Ну, то есть дольше операция. Коллеги, обычно вот такие блоки с долгим временем доступа, это первый признак того, что, возможно, скоро этот блок перестанет вообще читаться. А значит, если мы результат оцениваем в виде вот такого графика, в идеале вот таких провалов по скорости на графике быть не должно. Это в идеале. Но идеальных устройств не бывает, чем их меньше, тем лучше. Тест можно осуществить. Я сейчас посмотрю, коллеги, я этот слайдик сделал, не сделал. Но, к сожалению, я не поставил в виде бэдблока. А, сейчас, секундочку, есть.
Вот такой тест в виде бэк-блоков, когда в рабочем поле в диагностике будет отображаться поле диска в виде квадратиков, а цвет квадратика показывает на то, считывается он с задержкой быстро, то есть с маленькой задержкой или с большой задержкой. Вот здесь даже расшифровка. 3 миллисекунды, 12 миллисекунд, 30, 120, 600 и так далее. То есть обратите внимание, у полностью технически исправного накопителя ни одного цветного блока быть не должно. Опять же, чудес не бывает, и даже новые дисководы иногда начинаем тестировать, какое-то количество цветных блоков есть. Как в этом случае пытаться вылечить? Можно ли вылечить? Можно попытаться. Коллеги, магнитный материал очень часто меня спрашивают, а не вредно ли его очень много раз перезаписывать? Отвертками пользуемся? Магнитный наконечник как мы готовим? Ну, то есть, если отвертка размагнитилась. Положили к сильному магниту, подержали немножечко, намагниченность материала восстановилась, правильно? Так вот, коллеги, цветные блоки можно попытаться лечить перезаписью. Ну, то есть достаточно еще одним тестом запись. Достаточно перезаписать всю поверхность, учтите, естественно, перезапись уничтожает ваши данные. Поэтому здесь речь идет еще о том, что надо предварительно данные переписать на другой накопитель. Но, как правило, после того, как вы весь дисковод перезапишете, той же векторе, то есть вместо линейного чтения выбрать запись, то цветных блоков или станет совсем немного, или они совсем исчезнут. То есть это как бы профилактическая операция. То есть еще раз по тестам. Линейное чтение – это оценка поверхности и, возможно, плюс запись, то есть перезапись – это борьба с блоками, которые читаются с повышенной задержкой. То есть перезапись не вредит, а наоборот восстанавливает намагниченность магнитного материала. Это ответ на вопрос. Дальше из возможностей. Прочитать SMART-атрибуты. Это тоже один из методов диагностики. Что такое SMART, коллеги? Self-Monitoring, Analyzing and Reporting Technology. Если быстро и не вдаваясь глубоко, потому что времени у нас очень немного остается. Начиная с интерфейса ATA-3, очень старый древний интерфейс, он был разработан еще в прошлом столетии. Все накопители поддерживают технологию SMART. Эта технология позволяет накопителю в течение всего своего срока жизни запоминать некоторые свои статистические параметры. И в случае необходимости мы можем эти параметры в виде смарт-атрибутов отобразить на экране. Как это будет выглядеть? Вот так. Вот это списочек смарт-атрибутов. Вот опять же в курсе по диагностике накопителя мы учимся эти атрибуты понимать. Зачем? По анализу вот этих атрибутов вы научитесь в некоторых случаях даже предсказывать дату окончания жизни жесткого диска. Ну, то есть, по крайней мере, оценивать его надежностные характеристики, отказоустойчивость легко. А значит, делать вывод, стоит ему доверять хранение ценных личных данных или лучше все-таки это сделать с другим накопителем. Это технология SMART. Виктория позволяет эти SMART-атрибуты вывести. Плюс ко всему, с целью безопасности данных, любой современный накопитель поддерживает режим security, а вот это уже совсем темная лошадка. Кто-нибудь знает, что с помощью той же Виктории можно заблокировать накопитель паролем? Это пароль не на уровне операционной системы, коллеги. Это гораздо все хуже. Ну, то есть, серьезно. Дело в том, что поверхность жесткого диска, она не вся используется для хранения данных. То есть, производитель, когда готовит физическую разметку, делает, есть рабочая область у жесткого диска. Объем рабочей области – это как раз тот объем, который записан в паспортных характеристиках диска. То есть, если диск 500 гигабайт, это значит объем рабочей области. Именно рабочая область нам доступна операционной системе. За рабочей областью есть резервная область, а за резервной областью есть служебная область. В работе жесткого диска служебная область играет просто колоссальную роль. Зачем? Почему? В служебной области хранится служебное программное обеспечение, управляющее работой накопителя. То есть, заметьте, его программное обеспечение хранится на нем на самом. Хранится оно записано так же, как пишутся файлы, то есть способ магнитный. Магнитная запись может размагнититься? Может. Что произойдет, если это программное обеспечение будет разрушено? Очевидно, будет следующее. Жесткий диск превращается в обычный кирпич. Можно ли восстановить? Вот восстановление возможно уже на аппаратном уровне с помощью того самого комплекса, о котором я говорил ранее. EC3000. Проходим курс по жестким дискам. Профессиональное оборудование. Так вот, коллеги, на всякий случай, если уже говорить об этих областях, резервная область для чего? Резервная область нужна для поддержки команды REMAP. То есть любой накопитель поддерживает команду REMAP. Простите, коллеги, немножечко прыгаю с одной темы. Мало времени. Сейчас успею рассказать.
Команда REMA впервые начинает использоваться производителем. Конкретный или контрольный вопрос. Вы купили новый жесткий диск, на нем есть, на новом жестком диске хоть один дефект? Мы считаем, что нет. Мы считаем, что нет. Но это не так. Идеальных технологий не существует, и на любом магнитном, а впрочем, как и твердотельном накопителе, есть определенное количество дефектов. Просто они скрыты производителем. Для этого используется команда REMA. Условно говоря, ну вот смотрите, если вид сверху, блины. Это рабочая область, дейта. А это резервная область, которая за ним. Так вот, с помощью команды REMA, что производится? При тестировании обнаруживается поврежденный дефектный сектор. К нему применяется команда REMA. Дефектный сектор подменяется исправным сектором, который находится в резервной области. То есть переадресация, замена. Отныне ни одна программа не видит этого дефекта. Мы наивно полагаем, что их на диске нет. Наивно – это ключевое слово. Дисков без дефектов не бывает. Где содержится информация о количестве дефектов? Вот здесь, в служебной области, есть многие статистические параметры, в частности, есть вот такая табличка. P-лист. Не у всех производителей она так будет называться, но не принципиально. Primer-лист – это таблица скрытых заводом изготовителем дефектов. Можно ли прочитать? Можно, только с помощью PC3000. К чему приведет большое количество дефектов, изначально скрытых производителем, коллеги? Когда магнитная головка будет читать дорожку с находящейся группой скрытых дефектов, что она должна, дойдя до этой группы, сделать? Покинуть текущую дорожку, переместиться в резервную, вернуться обратно. А следовательно, если таких дефектов будет много, нагрузка на механизм позиционирования возрастает, механика будет быстрее изнашиваться. Ну и делайте выводы об отказоустойчивости такого накопителя. Теперь по поводу, я возвращаюсь к парольной защите. Где хранится пароль? У большинства производителей информация о пароле сохраняется вот здесь же, в служебной области. Ни у операционной системы, ни у нас доступа к служебной области нет. Есть только у PC3000. Дело в том, чтобы работать со служебной областью, нужно накопитель перевести в так называемый технологический режим. Это может только вот этот контроллер делать. Коллеги, как установить пароль? Я уже сказал, Виктория позволяет устанавливать пароль. И если мы его не забудем, она позволяет его уже и снимать. То есть производить блокирование работы накопителя в том случае, когда вы боитесь, что с него кто-то может украсть какие-то данные, вам надежно данные защитить. Насколько надежно? Крайне надежно. Если накопитель попадает в чужие руки, и чужак пытается подобрать пароль, контроллер жесткого диска при попытке ввести пароль дает ровно 5 попыток. После 5 попытки неверно введенного пароля накопитель переходит в режим expire. Счетчик закончился. Даже если после этого вспомнить пароль, надо его сначала из expire вывести, а уже потом вводить пароль. Это раз. Во-вторых, коллеги, разблокировать накопитель можно еще одним способом, не только введением этого же пароля, правильно. У каждого жесткого диска есть своя отмычка, называется она мастер-пароль, заданным заводом-изготовителем. Вы его знаете? Нет, а надо. Потому что с помощью мастер-пароля можно разблокировать пароль пользователя. А вот теперь еще один нюанс. При некоторых обстоятельствах, когда накопитель будет разблокирован вами вот этой заводской отмычкой, то есть мастер пароля, жесткий диск перед тем, как снять пароль, перезапишет свою поверхность. Он умеет еще самоуничтожать свои данные. В целях безопасности. Все эти вещи оговариваем, говорим на курсе. Так вот, Виктория, возвращаясь, позволяет управлять парольной защитой. То есть она позволяет разблокировать, но как правда, при условии, если вы пароль знаете. Если пароль не знаете, это только PC3000. Механически, ну то есть аппаратно. Собственно, запись, собственно, восстановление заголовков. И еще самое интересное, коллеги, если мы встречаем аппаратный дефект, то есть дефект сектора, который уже перемагничиванием не вылечится, тогда мы с помощью Виктории можем к этому сектору также применить команду REMAP и так же, как это делает производитель, что произвести? Замену этого сектора исправным. Ну и как результат выполнить ремонт этого накопителя. Это только часть возможности того, что позволяет делать программное обеспечение Виктория. В курсе мы и Викторию проходим, в курсе мы проходим и аппаратно-программный комплекс PC3000 и рассматриваем физические принципы работы как магнитных, так и твердотельных накопителей. Ну а еще самое интересное, коллеги, в этом же курсе мы еще рассматриваем очень важную тему, это восстановление данных с различных типов накопителей, как с магнитных, так и твердотельных, так и с разных флеш-карт, то есть флеш-драйвов и карт мобильных телефонов. Ну, вот, собственно, коллеги, это примерно то,
что я хотел рассказать вам по этому. Простите, что очень быстро, но, к сожалению, в рамки времени. Спасибо. Вам спасибо. Интересно. Спасибо, коллеги. Всего доброго.